В Мурманске живут одни из самых красивых мужчин в России. К такому выводу пришли эксперты одного из сервисов по бронированию жилья и отдыха после проведения итогов опроса, размещенного в социальных сетях. Столица Черноморского флота России – Севастополь, 32%, лидирует в рейтинге городов с самыми красивыми мужчинами. По мнению туристов, военные моряки – образец мужской красоты. Также в тройку городов страны, где живут красивые мужчины, вошли Санкт-Петербург – 25,5% и Мурманск – 11,5%. А мы поинтересовались у жителей областного центра, считают ли они себя самыми обаятельными и неотразимыми. Девушка, скажите, пожалуйста, как вы считаете, у нас на севере красивые мужчины живут? Красивые. А опишите вот идеал мужской красоты для вас. Я не знаю, идеал — это мой муж. А какой у вас муж? Светловолосый, зеленоглазый, ну, достаточно высокий. Как вы считаете, у нас красивые мужчины на севере? Конечно. А что делает красивый мужчину красивым? Наверное, его внутренние достоинства какие-то, например, доброта, не знаю. Ну и лицо преимущественно, вот, да. А вы считаете себя красивым? Очень. Как вы считаете, у нас красивые мужчины на севере? Ну, я думаю, что да, наверное. Мурманск вошел в топ-3 городов с самыми красивыми мужчинами. Вы считаете себя красивым? Ой, я лысый, поэтому не знаю. А какая у вас самая привлекательная часть тела? Лысина. Спасибо большое.